И двухметровая тварь на меня улезает. Думаю, ну все, конец пришел. Достаю двухстволку, заряжаю быстро один патрон, прицеливаюсь и... Да твою ж мать, сколько можно? Эти сирены каждые 2 часа воют без весомой причины. Слушайте, может вы сходите и ликвидируете их, а? Просто правда достала уже. Могу даже заплатить хорошо. Но если нам сегодня по пути будет, думаю, сходим. Это кто? Алло, сталкер, это барыга. Короче, у меня к тебе есть задание. Одного сталкера шустрого бандиты захватили в плен. За его освобождение привалю вам обоим очень крупную сумму. Он находится на корче бандитов, который указан на другой стороне карты, которую давал себе вчера. Сейчас бандиты находятся в рейде, то есть походе. Соответственно, в корче осталось 6-5 человек. На вашем месте я бы подумал над предложением. Конец связи. Как думаешь, стоит идти? Я думаю, стоит. Тогда калаш в руки и погнали. Там дозорный, что будем делать? Черт возьми. Значит, смотрю, у меня есть одна идея, надо его чем-то отвлечь. Например, кинь осколочную гранату, я подберусь к нему сзади и уколю ножом. Классно, у нас есть их одежда. Так, теперь надо действовать тихо. Вижу шустрого, но рядом, насколько я понял, 2 бандитов. Слушай, когда я надевал одежду этого типа, я заметил сбоку корчи окно. Оно не застеклено, и ты спокойно можешь просунуть туда пушку, пока я буду этих двоих отвлекать, и просто их пристрелить. Здорово, братки. Ну чё, как жизнь, как бизнес? Да нормально жизнь. Когда там отряд вернется с рейда? А, да, ну не знаю, не доложили еще. Да что, шизанутый? Ты только что позвонить отходил. А, ну так, не ответили. Я просто когда шел, затылком ударился, и это самое, ну, походу, забыл немножечко. Так, быстрее, поднимай клетку. Аккуратно. Так. Чуваки, вы кто такие? А, так мы... Тише, тише. Там еще несколько человек на втором этаже. Так, понятно. А чем они там занимаются? Они вроде оружие считают. Насколько я помню, они об этом говорили мельком. Окей, тогда я оставлю C4, и нам надо будет быстро свалить через окно. Да, есть еще один нюанс. Тот тип на этаже, которого ты подменял. Я слышал, что он сейчас разговаривал с теми чуваками, которые отправились на рейд, и они возвращаются. Тогда надо действовать как можно быстрее. Да, вы видели, кем задали вы стал тем чертям, кто здесь главный? Бежим! Быстрее, быстрее! Это еще что за херня? Мужики, вторжение! Они там, за ними! Твари, я вам отомщу! Я их бросил, сейчас расстрелял! Закрывай, закрывай, закрывай! Ребят, этого недостаточно! Здесь есть гнилое дерево, надо его свалить! Понял. Ну что, шустрый, рассказывай, кто ты такой и почему оказался во внимании бандитов. А, в общем, у меня есть карта, за которой чуть ли не ползона охотится. Это карта артефактов. Я ее нашел один раз на болоте, когда доктора болотного там у себя дома не было, он вышел вроде на охоту или что такое, опыты какие-то над мутантами ставить.
Я нашел эту карту, и когда она засветилась один раз у кого-то на фотографии, все сразу же начали за мной охоту. Бандиты оказались первыми, и вот я оказался здесь. Подожди, а карта-то у тебя до сих пор? Ну, они ее забирали, конечно, но когда мы сваливали, я ее прихватил из тумбочки. А почему вы интересуетесь? Да вот дело в том, что нас барыга сюда за тобой послал, и я даже не знаю, что делать. Отдавать себе ему или нет, потому что такая карта... Ну, блин. Он явно послал нас сюда, чтобы забрать у тебя эту карту. Ладно, разберемся по дороге, а пока нам еще с вышкой надо разобраться. Вот эта вышка, и нам надо ее ликвидировать. Вопрос только, как на нее залезть? Она выглядит старее Чернобыля. Ладно, шустрые, пострахуйте нас. Ну все, теперь идем обратно в деревню.